Бюджет 2015 года в очередной раз подвергли корректировке. Парламентарии согласовали поправки, связанные с распределением ассигнований по ряду мероприятий. При этом параметры регионального бюджета остались прежними, то есть расходная и доходная части казны, а также дефицит. Ирина Цепетова о новых корректировках. Внушительную сумму, а именно 17 миллионов рублей, выделили городскому бюджету на реконструкцию и ремонт дорог. Эти деньги пойдут на обустройство дорожного покрытия улиц Строительная и Зеленая в Качгарте, а также дороги в районе спорткомплекса «Норд». 29 миллионов рублей дополнительно выделили на завоз топлива и продовольствия в поселение. Кроме того, законодатели определили, на что будут направлены 8 миллионов рублей, выделенные на прошлой сессии малому и среднему предпринимательству. В частности, 3,1 миллиона рублей предполагается направить на выделение грантов для начинающих предпринимателей, которые будут создавать свой бизнес. Причем эти гранты будут выделяться на конкурсной основе. 2,5 миллиона рублей пойдут на предоставление субсидий предпринимателям на частичное возмещение затрат по уплате первоначального взноса при заключении договора лизинга. Сумма в размере 2,4 миллиона рублей будет выделена предпринимателям для возмещения части затрат при осуществлении своей деятельности. Вместе с корректировкой окружного бюджета парламентарии поддержали и оптимизацию расходов на содержание органов госвласти. В частности, было решено устранить избыточную гарантию, а именно возмещение расходов на съем жилья лицам, замещающим должности на муниципальной или государственной службе. Оставил ли такое право только для депутатов, которые работают на непостоянной основе, дав таким образом возможность, гарантию лицам, которые живут за пределами Нарьян-Мара, жителям сельских населенных пунктов, работать в составе депутатского корпуса. Также депутаты окружного парламента согласовали решение администрации округа об учреждении окружного казенного учреждения «Аппарат по обеспечению деятельности уполномоченных» и Общественной палаты Ненецкого автономного округа. Оно начнет свою работу с 1 октября 2015 года. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».